площадке. Сегодня мы обсудим прогрессивность и актуальность якутского телевидения с нашей гостьей Дарьей Ермолаевой. Друзья, внимание на экран. Итак, зажглась наша путеводная звездочка, и я могу начать свой рассказ. 35 лет назад Дарья Павловна Ермолаева, тогда еще Даша Константинова, выпускница факультета журналистики Дальневосточного государственного университета, впервые переступила порог гостелерадиокомитета Якутской АССР. Одним из рейтинговых проектов первых лет ее работы – это программа «Тюннюк», по праву завоевавшая любовь маленьких зрителей. За этим проектом последовали не менее интересные и увлекательные программы. Дарья Ермолаева – красивая женщина с лучистыми глазами. Она искренне влюблена в свою работу и уверена, якутское телевидение – самое доброе и позитивное, ориентированное на своего зрителя, динамично развивающееся и прогрессивное. Долгое время телевидение являлось главным источником новостей и развлечений в доме. Последние годы это первенство перешло к интернету. Основные новости и комментарии теперь там. Существует множество мифов о телевидении, и большинство из них связаны с тем, что этот медиаресурс скоро исчезнет. Так ли это на самом деле? Чем привлекателен для зрителя контент якутского телевидения? Ну что, друзья, давайте разберемся, сохранит ли свою актуальность якутское телевидение. Для этого нам нужно разделиться на две группы. Оптимисты считают, что якутское телевидение сохранит свою актуальность и сможет сохранить за собой своего зрителя. Оптимисты будут располагаться у нас справа. Пессимисты же считают, что якутское телевидение уже изжило себя и не выдержит конкуренцию со стриминговыми сервисами и интернет-платформами. А находятся у нас пессимисты слева. Итак, друзья, выбираем зоны. При этом каждая из сторон у нас должна будет аргументировать свою точку зрения, ну и, скажем так, отстаивать свое право занимать именно эту позицию. Что, давайте. Раз, два, три. Делимся. Итак, друзья, встречаем нашего героя. Самая обаятельная и привлекательная. Профессиональный журналист, автор проектов и продюсер. Звезда якутского телевидения Дарья Павловна Ермолаева. Всем добрый вечер. Ну что, Дарья, здравствуйте. Ой, как мне приятно находиться в этом павильоне. Здравствуйте. Расскажите о себе. Вам дается минута. Я думаю, что самое прекрасное и позитивное, что было в моей жизни, оно все связано с якутским телевидением. Во-первых, потому что я здесь встретила своего будущего супруга, когда пришла сюда на практику. А вот во-вторых, что меня взяли на работу на телевидении. Хотя я была газетчицей, меня должны были отправить далеко на север, в Анабарский улус. Я там, кстати, ни разу еще не была. А во-вторых, мне удалось увидеть таких вот маститых журналистов того поколения, да. Для меня они были небожителями, а потом стали коллегами. Вот. И в-третьих, наверное, вот все самые интересные идеи, замыслы, которые были у меня в мыслях, они воплотились на якутском телевидении. Поэтому я говорю, что наше телевидение, оно прекрасно, замечательно. Оно, конечно, должно идти в ногу со временем, и все тогда будет замечательно. Очень здорово. Давайте поаплодируем. Ну и давайте перейдем к небольшому такому блиц-интервью. Хорошо. Ну и первый вопрос. В чем секрет вашего профессионального успеха? Я думаю, что в том, что я на все смотрю позитивно, на любые нюансы, которые бывают, кстати, у нас на работе, да, и не стою на месте, наверное, я иду вперед. Мне все интересно и все хочется воплотить, потому что жизнь дана один раз, и хочется все попробовать. Что вы выберете, карьеру или семью? Так уж получилось, что у меня все всегда, я выбираю золотую середину. Нет у меня такого, чтобы впадать в крайности. То есть я выбираю и семью, и карьеру, и стараюсь как бы держать это на пульсе.
Но вот как раз таки касательно выбора карьеры, вы с этим определились сразу? Скорее всего, нет. Дело в том, что я выросла в многодетной семье, нас пятеро девочек, и я старшая девочка. И, наверное, мой отец очень так присматривал за нами и думал, кто к чему больше ближе в жизни будет. И он как стратег, он нам всем выбрал профессии, и он правильно сделал, потому что мы с ним согласились, и мы все получили эти профессии. Он мне предложил стать журналистом, говорит, я вижу, что ты интересуешься всем, что происходит в жизни, а это только журналистика. Какой ваш любимый YouTube-канал? YouTube-канал, я не могу сказать, что есть что-то любимое, да. Я пользуюсь чаще всего, когда это нужно по работе. Вот. А это вот могут быть документальные проекты и сериалы. Это могут быть даже игровые сериалы интересные. Мне очень нравятся BBC-каналы. То есть то, что я где-то упустила, я просматриваю в YouTube. Окей, а какой из своих проектов вы назовете самым удачным? У меня много удачных было проектов. Но самый первый, это, конечно, детский Тюннюк. Вот, потому что он стал лауреатом многих международных и российских фестивалей. А потом, конечно, то, что я занималась документальными проектами «Хранители времени», а теперь как продюсер я занимаюсь тоже очень важными проектами, которые выходят даже за пределы Якутии. Как вы относитесь к критике? Спокойно. Сейчас я спокойна. По молодости, конечно, бывает, да, что... Ну, я человек отходчивый, я долго не обижаюсь, долго не держу, потому что ты только приносишь себе вред этим, это я прекрасно знаю, поэтому нужно бы отходить, и, конечно, от того, что тебе сказали, тебе нужно проанализировать, почему это сказали, почему это случилось, и тогда становится все на свои места. Здорово. Какое ваше было первое впечатление об НВК? Ой, это были небожители. Было еще, потому что я же ведь их всех видела только через экран, когда училась в школе. И когда я переступила порог и увидела все их вот так вот воочию в нескольких метрах от себя, я думала, это небожители, которые молниеносно решают все творческие вопросы. И потом, конечно, я поняла, что это очень долгий творческий путь, нарабатывание опыта и так далее, когда у тебя махом появляются идеи, когда ты и название проекта можешь быстро придумать. Окей, а каким бы вы хотели видеть следующее поколение телевизионщиков? Я думаю, что все поколения, связанные с творчеством особенно, да, роднит одно и то же, это любопытство к жизни, это желание творить, это идти вперед, никогда не останавливаться. Но это какие-то такие... Очень важные составляющие в жизни любого человека, я думаю. Угу. Каковы ваши планы на будущее? Планов много. Это работать, работать и еще раз работать. Итак, Дарья Павловна, перед вами расположились сегодня те, кто попытается узнать вас сегодня поближе. Справа от вас расположились оптимисты. Они считают, что привет, телевидение оптимистам. Сможет сохранить свою актуальность и сможет конкурировать достойно с различными видеохостингами, диджитал-сервисами и так далее. А слева пессимисты. Они считают, что телевидение уже изжило себя будет. И не выдержит конкуренции с стриминговыми сервисами и интернет-платформами. Угу. Вот давайте таким образом обратимся непосредственно к нашей аудитории. Друзья, почему вы оказались в той или иной группе? Давайте начнем с оптимистов. Я считаю, что телевидение и до сих пор актуально, потому что является одним из самых таких способов распространения информации, а также именно по телевидению мы получаем большую такую достоверную и официальную информацию от достоверных источников, поэтому я в этой команде. Здорово. Теперь пессимисты. Здравствуйте, я считаю, что телевидение на данный момент сохраняет свою актуальность, так как имеет свою аудиторию, но в будущем я считаю, что именно мое поколение, именно люди моего возраста, они перестанут смотреть телевидение, так как уже на данный момент у нас имеется привычка смотреть другие хостинговые программы. Тот же самый YouTube мы смотрим каждый день, телевизор мы вообще не притрагиваемся на данный момент. Я считаю, что оно не уступает интернету, потому что новая молодежь, которая интересуется телепроектами, телепередачами, может создать новые идеи, которые тоже интересуют молодежь. И кто-нибудь один еще здесь хочет высказаться? Да.
Я считаю, что телевидение в целом обречено, потому что стриминговые платформы с каждым днем все более и более расширяют свою аудиторию, и медленно, но верно, скоро все переедут на стриминг. Даже, можно сказать, телевидение переедет на стриминг. Это уже сейчас происходит, что многие телевизионные передачи просто с телевизора переносят на стриминг, чтобы поднять интерес к своим передачам. Ну и ваше мнение интересно, Дарья Павловна? Ну, мне интересно было послушать разные мнения, но, понимаете, действительно, технология развивается, жизнь наша ускоряется, да, семимильными шагами, вот буквально за год, за два все изменилось, правда, в связи с пандемией? Вот. И поэтому, конечно, телевидение, оно должно каким-то образом быть оперативнее. Да? Допустим, вот тут ребята сказали, что можно выбрать на Ютубе. Ну, дело в том, что телевизионные проекты, они же на Ютубе тоже лежат. Так что то есть телевизионный контент, который создаем мы, он и на других платформах, интернет-платформах появляется. Это не значит, что этот контент не смотрит. Его смотрят тоже, да? А потом есть понятие вторичная аудитория. Допустим, если аудитория 50+, что-то просмотрела в течение дня, вечером за семейным столом она рассказывает своим детям, внукам, правнукам, возможно. И таким образом эта информация распространяется и на другую аудиторию. Поэтому, собственно говоря, не хочется думать, что телевидение умрет. Возможно, телевидение будет только производящим контент, которые будут ставить на интернет-платформы. Это тоже может быть. Давайте перейдем к вопросам. Дарья Павловна, ребят, мы знаем, что у вас есть свои вопросы. Пожалуйста, задавайте. Как правило, у каждого журналиста есть свое направление, по которому он все-таки идет в дальнейшем. Какое у вас направление, более-менее, которому у вас ближе сердце идет? Да? К этому я шла долгое время. Конечно, меня интересуют в последнее время документальные проекты. Это все, что связано с интересной историей. Вот. Летопись прошлого, настоящего, будущего, можно так сказать. Да? Как вы относитесь к тому, что молодежь все чаще переходит с телевидения на стриминг? Я совершенно нормально к этому отношусь. Дело в том, что каждый человек имеет право выбора. Да? Если ему ближе там, пожалуйста. Не могли бы вы рассказать, насколько политизировано информационное пространство в Якутии? Люди интересуются политикой, им интересно знать, что будет дальше с нами, да? Как изменить жизнь к лучшему. Это вопросы, которые волнуют очень многих, я считаю. И поэтому, ну, больше социальные, конечно, вопросы. Всем хочется жить лучше. И всем хочется, чтобы и дети их получили хорошее образование, чтобы и дороги были хорошие, да, чтобы мы не мерзли зимой. Как вы относитесь к тому, что сейчас на телевидении работает все больше людей без журналистского образования? Вообще нужно ли журналистское образование? Кто-то может получить профессию, но потом он понимает, что это не его дело. Но он, возможно, где-то будет работать где-то рядом, связанным с филологией и так далее, да, с воспитанием. Но бывают ребята, которые не получившие, вот сплошь и рядом всех знаменитостей возьмешь, которые работают на центральных каналах, ведь у многих нету телевизионного образования. На данный момент в российском обществе есть такой стереотип, то, что русское телевидение полностью является коррупционированным и полностью купленным. Какое ваше мнение по поводу данной темы? На самом-то деле у каждого народа есть и плохое, и хорошее. И нельзя по одному человеку или по двум людям судить о всем народе или о всей стране. То есть в вашей работе вы с этим не сталкивались? Каким-то навязыванием? В своей работе нет. Ранее вы говорили, что якутское телевидение имеет свою изюминку, да? Это вещание на якутском языке. И в будущем существует такая угроза, что якутский язык полностью исчезнет. И что вы об этом думаете? Да, это очень большая проблема. Я сама работала в детском вещании, поэтому я думаю, что телевидение должно воспитывать своего будущего зрителя, начиная вот с маленького возраста. И когда нет проектов ни на YouTube-канале, допустим, НВК, ни в компании, то это очень большая проблема. Действительно, мы можем потерять зрителя. И уже теряем, потому что очень многие дети сейчас сидят на YouTube-канале, конечно. Да?
Этот вопрос, в принципе, решаем. Вот. Для этого нужно, чтобы все сообща думали, как создавать и где создавать, и какой контент создавать, для того, чтобы детям стало интересно. Наверное, стоит подчеркнуть то, что вообще существование якутского телевидения как такового, оно обуславливает то, что вообще вещание на якутском языке ведется, то есть язык, он живой тогда, когда на нем говорят. Так, 21 век, это в 21 веке появилось такое понятие, как блогер. И получается, сейчас общественное мнение в основном регулируют именно они. Почему, с чем это связано, как вы думаете, могут ли блогеры заменить журналистов? Ну, они полностью не могут заменить, конечно, журналистов, да. Это категории людей, которые хотят быть видными, известными, чтобы прислушивались к их мнению. Вот, и поэтому они имеют право на существование, конечно. А другое дело право выбора у людей, которые этот контент берут, смотрят, слушают. Но это сейчас большая сила. Да, очень большая сила. Но видите, как жизнь быстро меняется, да? И, собственно говоря, с одной стороны, хорошо, что есть право выбора у людей. Пожалуйста, если вам нравится, смотрите. Но лишь бы это не выходило за какие-то рамки приличия. И адекватность. И тоже можно сказать, что сомневаюсь, что у всех блогеров или у хотя бы большинства есть какое-то журналистское образование или связанное с телевидением. Mm-hmm. То же самое, что все, кто хочет, кто может, все и занимаются контентом. Mm-hmm. Ну что, друзья, давайте приступим к нашим материалам, которые мы подготовили. Давайте обратим внимание на экран, посмотрим опрос по нашей теме обсуждения. Как вы часто смотрите телевизор, в отличие от интернет-ресурсов? А у меня нет телевизора. То есть вы только пользуетесь интернет-ресурсами, да? Так, и узнаете, получается, новости чаще оттуда? Я новости узнаю из мемов. Вообще не смотрю. Вообще не смотрите, да? А основные новости откуда, получается, узнаете? Из соцсетей? Из соцсетей. Нет, не часто. Не часто, да? А обычные новости вы откуда чаще узнаете? С интернета или с телевидения? С интернета, да. С интернета, да? Очень часто. Очень часто, да? А основные новости вы узнаете откуда? Наверное, из интернета. Я смотрю, там программу «Пусть говорят». Ага, ага. То есть вы телевизор смотрите чаще, смотрю, чем да, интернет, да? Ну, не чаще, но смотрю все равно. А основные новости откуда чаще узнаете? В WhatsApp, в интернете, конечно. Чаще, чем телевизор. Ага. А основные новости откуда узнаете? Тоже в интернете, в Инстаграме, в социальных сетях. Чаще. Чаще телевидение смотрите. Процентов на 40-50. Ага. А основные новости откуда чаще узнаете? Первый, второй канал. Очень редко. Очень редко. А откуда вы чаще узнаете новости или что происходит в мире? Из Инстаграма. Не часто. Не часто, да? А основные новости откуда чаще узнаете? Из новостных пабликов. То есть в интернете? Да. В большей части, да? Каждый день. Каждый день, да? И тем и другим или что-то чаще? И тем и другим. Ага. А основные новости откуда чаще узнаете? Из телевизора или из интернета? Из телевизора. Как стоит, наверное, подчеркнуть, большинство наших горожан, несмотря на различный возраст, среди них превалирует мнение того, что, ну, не то, что даже мнение, превалирует понятие о том, что лучше смотреть новости из интернета, нежели из ТВ. Что вы думаете по этому поводу? Ну, опять право выбора, понимаете? Дело в том, что сейчас все можно через телефон узнавать. Вот. А телевизор — это нужно зайти домой, сесть, включить. А там, тем более, если нет перемотки, то как бы смотреть то, что вот тебе в данный момент показывают, да. Поэтому, ну, нормально, это право выбора каждого человека. Я спокойно к этому отношусь. Угу. А что друзья, вы думаете, друзья? Давайте, оптимист. Это еще не вымрет, еще не скоро, пока есть медиа, да, пока есть телевизор, пока люди придумывают что-то новое, думаю, это будет еще актуально и по сей день, и в будущем. Интернет быстрее дает информацию. Например, произошло какое-то громкое событие, какой-нибудь теракт, предположим, и люди, просто увидев это, снимают на свой смартфон и отправляют в новостной паблик. А современное поколение любит, когда все и сразу. Я считаю, что телевидение — это не только источник информации, можно просто посмотреть, ну, разные шоу,
получается, сейчас очень много шоу по телевидению идет. Ну и мне нравится смотреть телевидение. Плюс в том, то, что там рассказывается про Якутию, допустим, могут быть красивые качественные кадры. Не каждый новостной сайт может позволить себе сделать именно качественную съемку, качественно расположить именно журналистов, найти хороших. Там может быть то, что не очень качественно будет работа именно выполнена. Поэтому мне, ну, больше нравится телевидение, я считаю. Так, ну что, давайте перейдем к нашему следующему опросу. Где наши горожане отвечали на вопрос, есть ли будущее у якутского телевидения? Давайте посмотрим. У якутского ТВ вообще есть будущее? Ну, наверное, есть, потому что если я не смотрю, но другие, наверное, смотрят. Ну, так думаю. Не знаю даже. Ну, думаю, да. Почему бы нет? Да. Я иногда его смотрю. Да, есть. Но больше в Инстаграме, больше в соцсетях. Конечно, есть будущее, да. Ага. Само собой. Потому что все-таки я так считаю, что НВК, как бы его там никто не ругали, ага. Я, допустим, постоянно смотрю каждое утро. Ага. Ну, другие программы тоже, но НВК я никогда не пропускаю, особенно утренние программы. Конечно, есть, почему нет? У нас много людей молодых, перспективных, талантливых. Да, НВК точно есть. У ТВ вообще нет будущего. Все захватит стриминг. Ну, конечно, есть. К тому же телевизор – это основное, да, что, где, откуда можно информацию достать. Ну, конечно, в общем, газеты тоже, да, интернет тоже. Так что все вместе, да. Одно другому не мешает. Друзья, как вы заметили, у большинства респондентов превалирует такое больше положительное мнение о том, что да, у якутского ТВ есть будущее, хотя среди молодых, опять же, встречаются такие, ну, более негативные оценки. Вот. Ну, хотелось бы, во-первых, узнать, что наш гость думает по этому поводу. Я придерживаюсь золотой середины, как я уже сказала в начале нашего разговора. Конечно, у телевидения есть будущее. Сейчас трудно сказать, это же все упирается в технологии. Просто нам нужно создавать контент интересный, хороший. Безусловно, у телевидения есть будущее, но оно мрачнее, чем будущее интернета, потому что основным аргументом телевидения является то, что не у всех есть доступ к сети, но уже в работа над этим ведется, и уже в ближайшем будущем у каждого человека будет интернет-соединение. И, собственно, люди будут отдавать свое предпочтение именно интернет-ресурсам. Формат меняется, безусловно, в интернете, в ТВ тоже меняется. То есть в будущем, я уверена, что, по крайней мере, в ближайшие 10 лет ТВ полностью, новостные сюжеты уже программируют в систему какой-то нового формата. Это не обязательно в Ютубе. Говоря о том, что вот СМИ умалчивают то, что происходит на самом деле, это, я думаю, неправильно, потому что я знаю, что некоторые вот каналы, да, например, РЕН-ТВ, НТВ и Пятый канал показывали о том, что в Якутии происходят пожары, и даже брали интервью, и приходили, вот, точнее, приезжали сами вот корреспонденты из этих каналов. И я думаю, что надо уметь выбирать... как сказать, канал, что ли, вот, именно источник, который надо смотреть. Вот. Хочется добавить сразу то, что, во-первых, давайте, друзья, установим, что же есть вообще на самом деле телевидение. Телевидение — это огромная экосистема. Экосистема, которая объединяет большое профессиональное сообщество журналистов и имеет большие ресурсы. Да, есть понятие формата вещания, то есть телевизионный формат вещания. От него телевидение сейчас классическое отходит. В сторону действительно стримингов, видеохостингов. Но что нужно понимать, то что вот мы говорим интернет, это круто, да, вау. А кто создает этот контент? Кто создает этот контент, да. Его создают профессиональные журналисты. И опять же, наиболее популярные, скажем так, YouTube-каналы, грубо говоря, продакшн-студии, они состоят из профессиональных журналистов, которые имеют опыт с телевидением. Ну, в нашем мире телевидению и интернету не тесно. Они оба имеют место быть, так что все будет прогрессировать. Угу. Пессимисты, может быть, что-нибудь. Я бы хотела предложить, ребята, всем вам, и пессимистам, и оптимистам, если вы так болеете за контент, за то, чтобы была аудитория,
дополнительное молодежное, да, на, допустим, на канале НВК Саха, ну, создайте экспериментальную студию молодежную. Сделайте так, каким вы хотите видеть это телевидение. Соберите вокруг себя интересную аудиторию, да, создайте этот контент, покажите, чего вы хотите добиться в этой жизни. Мне кажется, что это совершенно все реально, это возможно. Говорить одно, а делать другое — это совершенно разные вещи. А для того, чтобы доказать, что вы можете, да, что вы можете быть оперативнее, что вы можете быть достовернее, покажите это, пример. Я бы пожелала и хотела бы сказать так нашей аудитории. Очень классный месседж. Да. Аплодисменты. Что, друзья, пожалуй, наступил тот самый момент истины, когда нужно определиться с тем, остались ли вы при своем мнении или все-таки же поменяли свое мнение по итогу нашей дискуссии. Пессимист, который решил, что мнение оптимиста теперь ему ближе, может поменять сторону. И наоборот. Наоборот. Ну и давайте опять на счет три. Раз, два, три. Меняемся. Нейтралитет. Как? У меня мнение чуть-чуть загладилось. Угу. Да, телевидение, но оно посерединке стало. Средняя середина. Ну, середина так, это хорошо. Давайте уже сейчас хорошо. Возьмем такую тишину. Каждый для себя, ну, как бы, сделает какой-то вывод, и он либо переходит, либо остается на своем месте. Дальше мы да. это обсудим. Давайте нет ничего такого страшного в том, чтобы встать и пересесть. Ну, мы опять же обменяемся с вами своими мнениями, почему мы поменялись. Так, давайте. Кстати, выйти из зоны комфорта всегда сложно каждому человеку. Когда он думает одно, а хочет сделать другое, для этого надо решиться. Угу. Очень здорово то, что на самом деле, так, ну, в любом случае люди имеют какое-то свое мнение, и это неплохо то, что люди остались при своем мнении. Хотелось бы узнать, почему все-таки вы остались при той позиции, которую заняли изначально. Давайте начнем с пессимистов. Давайте. Пожалуйста, почему вы остались там при своем мнении? Ну, я все равно осталась при своем мнении, потому что я смотрю чисто на себя и на своих тех же самых однокрупниках, на своих друзей и так далее. От того, что мы сейчас очень интересно подискутировали на ту тему, мы не будем переходить на телевидение, так как нам все так же удобно смотреть его через смартфон, смотреть тот же самый YouTube, другие новостные телеканалы, все в этом духе. Это потому что удобнее. Мы ранее этим пользовались и будем пользоваться этим дальше. Так что я остаюсь при своем мнении. Но по поводу создания разных форумов я могу согласиться, так как я произошла из одного такого форума, точнее из медиашколы, которая сейчас, как я знаю, есть в 17-й школе, в 31-й школе и в 14-й, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Что есть школы, создают сейчас такие медиа... Школьные медиацентры. Да, медиасферы, в которых можно развиваться. Именно благодаря такой сфере я создала собственный проект. Продаю его сейчас так себе продвигаю, но он у меня есть. Вот. Я осталась, например, лично тоже, я от себя буду говорить. Почему я осталась на своем месте? Потому что, безусловно, когда-то я, когда у меня не было интернета, я, получается, смотрела телевизор. Эта привычка осталась. Думаю, в дальнейшем будущем я все равно буду уверена в том, что телевизор останется. Рейтинги даже на сайтах везде показывают о том, что большая часть человек смотрит все-таки телевизор. Потому что... Возможно, конечно, не будем отрицать тот факт, что, возможно, в будущем он это изменится, и телевизор станут смотреть меньшее количество человек, но оно не вымрет. Оно точно, в ближайший век, наверное, точно. И поэтому я все-таки останусь при своем мнении о том, что телевизор — это семейный такой очаг, да, и поэтому, думаю, все равно, если интернет развивается, то телевизор тоже будет развиваться. Почему я остался при своем мнении? В 14 лет я впервые в жизни попробовал интернет. Потому что я живу в 3000 километрах на север, поселок Тикси. И всю свою жизнь я смотрел телевизор. При переезде интернет быстро его заменил в плане своей удобности, своего обширного выбора. У телевидения, как я уже говорил, все равно есть будущее, оно будет развиваться. В конце концов, даже есть люди, которые до сих пор слушают радио. И... Но все-таки для меня интернет лучше.
И в таком случае у нас появляется касаемо вашего одного из вопросов, я не помню, каких именно. Вы говорили про то, что люди, которые проживают в отдаленных участках, они будут смотреть телевидение и так далее, потому что они не могут. Но, как видите, у нас есть пример, который переехал и смог уже перейти на интернет. Но не у всех есть такая возможность, не будем забывать об этом. Здесь также не надо забывать про спутниковый интернет, который подключится в ближайшие годы. Ну, конечно, конечно. Все. Я осталась на своем месте и не переменила свою позицию. Во-первых, удобство. Во-вторых, по причине как-то эмпатии я очень быстро привыкла к интернету, и он очень многому меня как бы научил и очень сильно меня развил. И я считаю, что это очень важная составляющая вот жизни в данный момент, поэтому я больше ценю интернет и свой комфорт в нем. В любом случае, вот мы, подрастающая молодежь, так сказать, ну, в будущем, это, если мы возьмемся за это, то, в принципе, телевидение не пропадет. В принципе, может все быть лучше намного, чем сейчас, если мы с нашими новыми, свежими идеями возьмемся за телевидение. Тому пример, например, передача «Я молодой». Да? Вот, это очень круто, да, что она на телевизоре показывает, и его, возможно, даже большое количество смотрит, еще и на русском языке. Это здорово. Очень удобно. Спасибо. Ну, давайте поаплодируем друг другу. Дарья, скажите, кто сегодня вам больше всего понравился из наших участников? Ну, и с той, и с другой стороны были очень интересные мнения. Я вообще ценю, когда у человека есть свое собственное мнение, и уважаю за это. Я поэтому уважаю и ту, и другую аудиторию. Просто, я говорю, я бы предложила вам объединиться и сделать такое интересное телевидение, да, показать пример, что это возможно, потому что будущее телевидения зависит от вас, если оно будет. Но надеюсь, что будет. Угу. Хорошо, ну и хотелось бы, чтобы вы отметили лучшего участника, чтобы мы передали ему презент от вас. Одного. Ай, как интересно, как интересно. Ну вот я бы, наверное, выделила Дарью, да, мы тёзки. Загадайте быстро желание, кто сидит между нами. Да. Поаплодируем Дарье. Дарья, пожалуйста, ваш вечер. Да, пожалуйста, мы тебя приглашаем выйти сюда. Ну что ж, наш гость выбрал лучшего участника нашей сегодняшней дискуссии. Пожалуйста, расскажи о себе немного. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я заканчиваю 4-й курс отделения журналистики Северо-Восточного федерального университета нашего города. Мое направление абсолютно, я также поддержу о том, что оптимизм – это самое главное, что для журналиста вообще нужно. Туда идут не все, я не скажу, что это легкая профессия, да. Туда идут люди, которые уже уверены в том, что они будут делать, они уверены в том, что какие они, да. Они уверены в том, что, возможно, они на протяжении всех этих 4 курсов будут находить себя, искать себя, но изначальные истоки все равно какие-то должны быть. То есть туда не может быть закомплексованный какой-то человек, который не умеет творить, не знает, что такое творчество и не знает, что такое ремесло. Журналистика – это ремесло. И слово нашему гостю. Поскольку я выбрала Дарью из нашей сегодняшней публики, то вижу, что ты человек действительно очень активный, жизненные позиции. Я бы хотела тебе предложить написать телевизионный проект, который был бы интересен всем. У меня он уже есть. Отлично. Кстати. Вот. И наш небольшой презент состоит именно в том, чтобы ты принесла этот проект, чтобы мы продюсеры обсудили. И, возможно, этот проект будет в следующем телевизионном сезоне на канале НВК. На телевизоре. Ой, возможно, как возможно. Ну что, друзья, на этом мы уже можем заканчивать нашу программу. Мы приглашаем всех сюда для того, чтобы мы могли все сфотографироваться и немного пообщаться. С вами была телепередача «Я молодой», ее ведущие Саша Маркова и Антон Васильев. Будем развиваться вместе на благо себя и нашей республики. Всем пока! Ну и в конце передачи хочется сделать небольшой итог. Мое мнение таково, что такие дискуссии и дебаты просто необходимы. Дело в том, что именно на таких передачах люди учатся выражать свое мнение –
высказывать свое мнение, приходить к какому-то единому согласию, возможно, да. И я рада, что, несмотря на то, что наша аудитория сидела в разных концах, друг напротив друга, но тем не менее, многие из них, скорее всего, задумались о том, что, в общем-то, журналистика, тем более телевизионная, это гораздо глубже, чем то, что может лежать на поверхности. Поэтому я желаю всем добра, счастья, радости, здоровья и позитива.